Александр Александрович, сегодня в сравнении две таких водки. Одна дорогая, 1200 стоит, вторая подешевле, 400 там с копейками, 420 стоит. Предлагаю вам сравнить, есть ли в них разница какая-то. 400 рублей и 1200. Давай посмотрим. Что? С чего начнем? С Тундры. Давай с Белуги, наверное. С Белуги? Открывай. Или давай лучше с Тундры. Белуга содовая, а Тундра обычная. Угу. То есть посмотрим. То есть сделана из солода Белуга. Ладно, как заебали. Давайте начнем с первой. Белуги. Здесь, естественно, все четенько. Марочка, все. Да. Белуга покупалась в люксе, да? В люксе. Да. Тундра магните, в обычном магните. Не открылась до конца, печально. Ну. А там все видно прекрасно. Конечно. Так, ну что. За нас, за вас, за Кавказ, как говорится. Ну, пробуем, что за водка за 1200 рублей. Или на запах. Да. Ну, как бы такой нейтральный. Вообще ничем не пахнет. Ну, чуть спиртиком, чуть-чуть, ну, чуть-чуть. Да, отдаленно. Честно, знаешь, как этот самый, как укол, когда делаешь. Да, 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 да. Вот в комнате запах веет, да, веет такой. Медсестра делает укол, назовем так. Ну что, пробуем. За подписчиков. Да, понамешали здесь, конечно, они... Водка как водка, да? Нет, ты ж не забывай, там понамешали все. А расскажи, что там понамешали. Да без проблем. Давайте. Так, тут у нас спирт этиловый, ректифицированный, из пищевого экстракта, из пищевого сырья люкс, сахарный сироп, настой сироповый экстракт вкуса ароматизированного реликт, экстракт растропши. Что это, непонятно. Настой сиропный, настой спиртовой овсяной крупы, мед натуральный, ароматизатор, пищевой ваниль. Очень странно. Ну, водка премиум класса. Да. Что, давай теперь разберемся с Тундрой. Давай открывать, да, Тундру. Здесь опять же марочка, все как надо. Тундра тоже, кстати, не самая дешевая далеко водка, как бы. Ну, 400, но, опять 300. Же, из класса бюджетных. Да, из класса бюджетных, согласен. Магните причем покупалась. Так. Здесь тоже у нас сахарный сироп добавлен. Это, видимо, какой-то фетиш, ну, да, у недешевых водок. Ну, как среднего и высокого. Ну, это, скажем так, средний сегмент, да, этот? Ну, уже, да, переходящий. Так, ну что? Что тут на запах? Это то же самое. Ну, похоже, да. Тоже. Не, она, слышишь, поярче чуть-чуть, поярче. Спиртом запах, немножко, да, поярче бьет, да. Прям этот самый, медсестра, да, укол делает. Уже прям такой, да, прям уже очень близко. Врач подошел, не медсестра, а врач делает укол. Да, да. Ну что, пробуем. За подписчиков. За подписчиков. Ну, чуть пожестковатее, на мой взгляд. Она просто жестче, да. Вообще разницы нет, просто жестче. Но здесь еще есть всякие нотки вкусовые. Вторая обычно лучше заходит, да, еще надо учесть. Да. А она тут зашла хуже. Хуже. То есть... Ну давай так, это не на донышке. Ну да, на донышке. Это уже что-то приятное. Ну как бы что, резюме ваше какое? Ну давай так, за свою цену все же Тундра не очень плохая. Да. Белуга, ну Белуга за свою лучше, цену, ну, даже но три раза дороже, она три, да, раза дороже. Но, да? Она, блин, она прикольная по вкусу. Не знаю, если вы миллионер, то можно брать. Ну, Белугу, конечно, да. А так, в принципе... А так, в принципе, домашний самогон. Да-да-да. Особо таких вот прям кардинальных отличий нет. Что-то водка, правильно? Ну да. В домашних условиях можно сделать. Такой наш вердикт. Как бы и та водка имеет право на жизнь, правильно? Ничего тут такого нет плохого. Да. Так. На этом что? Спасибо вам за просмотр. Подписываемся, ставим лайки. С вами был Олег Юрьевич, Александр Александрович. Всем пока.